Станочный комплекс и площадка инновационного творчества. В Нягинском технопарке «Синергия» запустили инжиниринговый центр. Современные интеллектуальные производственные технологии позволят вести реализацию проекта комплексно на местной площадке, не привлекая компании извне. С подробностями Евгения Самойлова. Здесь рули, сиденья, колеса. Игрушки, шкатулки, салфетницы. В этой мастерской из югорской древесины готовы выполнить любой заказ. Изготавливаем мы практически, можно сказать, все. От пуговки до большой коробки. Также чемодан где-то у нас есть. Парковки вот такие большие. Ну, то есть из дерева, пластика, картона. Кому нужны изделия по металлу, добро пожаловать в мастерскую по соседству. Оптоволоконный лазер буквально за несколько секунд справляется с 10-миллиметровым куском стали. Высокотехнологичное оборудование поступило благодаря сотрудничеству с фондом «Мой бизнес». Идет пусконаладка. Возможности лазера очень большие. То есть он помогает вырезать плоские детали, различные отверстия в профильных трубах и так далее. Вот. Ну, самое основное, что с помощью него мы будем обучать молодежь. Молодежи Нягани готовы предложить не только современный станочный комплекс. Здесь запускают полномасштабный инжиниринговый центр. Вот два 3D-принтера полностью российской сборки. Для занятий инновационным творчеством 3D-сканеры, принтеры, графические паяльные станции, графопостроитель для автоматического вычерчивания сложных чертежей, рисунков. Будет использоваться как центр молодежного инновационного творчества, куда могут приходить дети, записываться и обучаться новым профессиям, новым специальностям, работать на передовом оборудовании. Центр коллективного пользования опытно-промышленным оборудованием позволит и резидентам быть более конкурентоспособными. Многие изделия штучного производства теперь можно производить в местном технопарке. Импортозамещение в действии. Мы делаем модель заготовки и можем от идеи в голове довести эту модель до реализации на станках уже в производственном цеху. Несмотря на то, что сейчас время, связанное с введением санкций, мы становимся более локализованными в части производства, мелкосерийного производства каких-то уникальных изделий, которые ранее мы заказывали в других городах или заказывали из-за рубежа. Синергия по общим показателям входит в пятерку лучших промышленных парков страны. 12 резидентов производят стройматериалы, изделия из дерева и металла, занимаются переработкой вторсырья, диагностикой и ремонтом дизельных топливных систем. Здесь готовы и дальше внедрять новые технологии и с гордостью ставить знак «Сделано в Нягани». Евгения Самойлова, Николай Чащин, Сергей Вояшко. Вести, Югория, Ханты-Мансийск, Нягань.